Прежде чем мы начнем, небольшое замечание. В рамках данного урока я буду называть функциями на самом деле не только функции. Дело в том, что, строго говоря, в языке Python функции можно назвать только то, у чего есть тип function. Но с другой стороны, если мы рассмотрим, например, конструктор какого-нибудь типа, например, int, он тоже принимает какие-то аргументы и тоже возвращает какие-то значения. И в метод мы тоже можем передать какие-то аргументы и получить какое-нибудь значение, ровно так же, как и в функцию. Здесь мы можем применить так называемый метод уточной типизации. Если что-то плавает как утка, крякает как утка и похоже на утку, то вполне вероятно, что это утка. Ровно так же мы будем относиться к функциям в данном уроке. Все, что можно вызвать, все, что принимает аргументы и все, что возвращает значение, я, вероятно, назову функцией в течение данного урока.